В Бишкеке для больных коронавирусом развернуто 9 стационаров на 1067 койко-мест. Об этом на брифинге сообщила зав. Отделом организации медпомощи и электронного здравоохранения мэрии Бакыт-Бюбю Шамырканова. В настоящее время в стационарах лечение получают 885 граждан. Кроме того, зав. Отделом сообщила, что в столице работает 24 мобильные бригады, которые ведут наблюдение за больными, находящимися на домашнем карантине. Вместе с этим Шамырканова напомнила, что в столице с апреля прошлого года функционирует горячая линия по самодиагностике 118. С начала текущего года на горячую линию поступило без малого 20 тысяч обращений от граждан.